спортсменка. И вот она на наших экранах. Это очень хорошо знакомая нам Света Подобедова, которая на протяжении многих-многих лет выступала за Россию. Ну, а сейчас выступает вот первый раз на... Ну что ж, Светлана Подобедова перенесла на 125 килограммов для старта. Вот и Света уже готовится выйти на помост. Итак, воспитанница школы тяжелой атлетики России в Иркутской области, есть такой поселок, который называется Зима, где очень успешно на протяжении многих лет работает школа тяжелой атлетики. Оттуда вышел Евгений Шишлянников, призер Олимпийских игр 96 года. Вот Светлана Подобедова также воспитанница этой школы тяжелой атлетики, вплоть до 2006 года выступавшая в России. За эти годы она была и чемпионкой Европы среди взрослых, и на чемпионате мира была бронзовым призером в 2005 году в Дохе. Побеждала на юниорских чемпионатах Европы и мира в том числе. Но в 2006 году по логике вещей на мировой рекорд сразу или третьим подходом только? Идет. Пока до мирового рекорда Подобедова второй попыткой решила не дотягивать. И держит Подобедова 130 килограммов, а? Да, я хочу сказать, что очень велика вероятность. 32 Очень велика вероятность падения мирового рекорда, принадлежащего Наташе Заболотной. 131 килограмм рекорд Натальи Заболотной сейчас, по всей видимости, может быть побит. Судя по этому подходу на 130, я думаю, что 132, на который сейчас отправляют Светлану Подобедову казахские тренеры и лично Алексей Ни, главный тренер сборной. Килограмма Светланы Подобедовой. Для Светланы Подобедовой такой вес установлен на помосте. Видите, уже считает секундомер. Заболотная 131 килограмм продемонстрировала на чемпионате мира в Чангмэе в 2007 году, за год до Олимпиады. Но затем этот вес подтвердила Лей Као прямо следующим подходом. И во втором движении Лей Као Наташу Заболотную в сумме обыграла. Но, видите, мировой рекорд до сих пор остался 131, принадлежащий Наташе. Итак, Светлана Подобедова 132. Так вот, видите, с диким криком Светлана Подобедова устанавливает мировой рекорд. 132 килограмма. Здесь, видите, медалисты уже этого чемпионата мира, выступавшие в более легких весовых категориях, в мужской части чемпионата, поздравляют друг друга. Светлана Подобедова фиксирует 132 килограмма без какой-либо борьбы. Фактически она в этой весовой категории абсолютно одна сегодня. Она 12,5 килограммов преимущества имеет над Хрипшим Хуршудиан и над Каулей, которая расположена сейчас на второй строчке над китаянкой
соответственно, 11 килограммов. Я не думаю, что Као Лей будет пытаться сегодня спорить с Светланой Подобедовой, потому что Светлана в форме феноменальной. И я думаю, что вы со мной согласитесь. Ну что ж, у нас 10-минутный перерыв. Мы поздравляем Светлану Подобедову с первым шагом, сделанным на пути к чемпионству на нашем турнире. Но через 10 минут второе движение. Пока перерыв. Рассчитав свои силы и реализовав все то, что она может сегодня. Светлана Подобедова. Первая попытка не российской, а казахской штангистки. Как и обещала, 150 начинает Светлана, которая установила мировой рекорд 32 килограмма в рывке в этой дисциплине. Ну и легко становится чемпионкой мира. Как будто пустой гриф толкала Светлана Подобедова. 150 это было. 150. Спокойно, видите, дальше работаем, говорит Алексей Ни. Все спокойно делаем. Дальше мировые рекорды. Ну что ж, куда пойдет дальше Светлана Подобедова? Да, мы действительно на совершенно итак, 155 килограммов. Воспитанница иркутской школы Павла Блинова Светлана Подобедова, перебравшись в Казахстан, идет второй попыткой на 155. Мне кажется, она и не 60 может. Мне кажется, она и 70 может сегодня затолкать. Феноменальная готовность Светланы Подобедовой. Феноменально. Алексей не видит, уже потерял голос, он хрипит. Но у него действительно осталась последняя попытка. Ему нужно вместе с Светланой Подобедовой один единственный подход еще реализовать на 160. Четыре чемпиона мира в Казахстане уже есть в этом году. Да, Светлана Подобедова просит 160 для третьей попытки в ранге чемпионки мира. 160. Каждый раз задаюсь вопросом, могла бы реализоваться Светлана Подобедова вот так же, если она была бы с российским паспортом, как прежде, а не с казахским. Это вопрос, который, конечно, повиснет в воздухе. Ответа на него нет. Старт, не торопись. Но та феноменальная готовность, в которой сейчас пребывают казахские тяжелоатлеты. В мире тяжелой атлетики всегда тоже вставляет такие повешенные вопросы. Итак, 160 килограммов. Повешенные в воздухе вопросы. Светлана Подобедова 160 килограммов фиксирует третьей попыткой. Безусловно, имеет смысл порадоваться за Свету, потому как на наших глазах три мировых рекорда, все пали, и все теперь переписаны.